Здравствуйте, вы на канале InstaForex TV, с вами я, Екатерина Стихина. С приближением конца календарного года рынки лихорадят. Каждую неделю поступает новая информация, вызывающая резкие колебания котировок, как на валютном, так и на сырьевом рынке. И только лишь фондовые индексы демонстрируют стабильный и неуклонный рост. Американский Dow Jones Industrial Average не останавливается и бьет все новые и новые исторические рекорды. Уже сегодня во время открытия торгов в США график поднялся выше отметки 19 600 пунктов. Инвесторы исполнены оптимизмом в ожидании реализации программы Дональда Трампа, нацеленной на стимулирование экономического роста и восстановление производственной активности в Соединенных Штатах. Также позитив вселяет и рост цен на нефть, позволяющий возобновить работу многих предприятий энергетического сектора. Подъем настроения среди инвесторов заметен и по кривой доходности американских гособлигаций, что в свою очередь поддерживает и покупателей доллара США. Тонусе. После вчерашнего стремительного роста, вызванного итогами заседания ЕЦБ по монетарной политике, доллар остается стабильным и консолидируется на достигнутых уровнях. Отсутствие каких-либо значимых новостей могло выступить поводом для отскока, однако его не последовало. По всей видимости, рынок уже готовится к скорому заседанию Комитета по операциям на открытом рынке, которое состоится на следующей неделе. Таким образом, индекс доллара до конца дня будет оставаться в районе 101. Уже с понедельника трейдеры, безусловно, вернутся к теме повышения процентной ставки ФРС. Сомневающихся в исполнении этого плана почти нет. Вчерашние данные о вполне предсказуемой динамике на американском рынке труда подтверждают готовность американской экономики к ужесточению монетарного курса. На этом у нас сегодня все. Мы желаем вам хорошо отдохнуть перед наступлением активной недели.